Всем привет, меня зовут Маша, и я тренер студии танца на пилоне Let's Fly. Сегодня мы с вами будем разбирать, как лечь складку. Складка – это очень важное упражнение для пулдэнсеров. Она используется во многих элементах на пилоне, а также очень важна для выполнения ровной рогатки. Если у вас хорошая складка, то ваша рогатка будет выглядеть намного эстетичнее. А если вы до сих пор не знаете, как сделать рогатку или разножку, переходите по ссылочке, которая сверху. И перед тем, как начать растягивать складку, необходимо сделать суставную гимнастику. Суставную гимнастику рук мы делать не будем, а вот ноги обязательно нужно размять. Что мы будем делать? Обязательно нужно провернуть тазобедренные суставы и коленные суставы. Также разомнем голеностоп. Сначала разберем самые частые ошибки при растяжке складки. Во-первых, не стоит косолапить стопу. Стопы должны быть вывернуты вверх. Во-вторых, тянуться носом или макушкой к полу. Спина должна быть ровной, иначе вместо складки мы получаем искривление позвоночника. Правильно тянуться руками вперед. В-третьих, сгибать колени. Колени должны быть ровными. И четвертое. Не нужно откидываться назад. Правильное положение, скручивая ноги в тазобедренном суставе, вы должны почувствовать, что сидите на тазовых костях. А теперь переходим к выполнению самого комплекса. Первое упражнение на проработку тазобедренного сустава. Садимся, ноги в стороны. Поочередно проворачиваем ноги вовнутрь, делаем 20-30 повторений на каждую ногу или продолжаем выполнять упражнения в течение 1 минуты. Второе упражнение на растяжку. Натягиваем стопы на себя и тянемся поочередно к правой, левой ноге и в центр. Следите за тем, чтобы стопы не заваливались. Большие пальцы ног должны смотреть строго в потолок. Спина должна быть ровной. Для этого тянемся руками вперед. Не стремитесь положить голову на ногу. Сделайте 15-20 повторений. Третье упражнение на проработку суставов. Делаем перекаты вперед. Пробуем оторвать ягодицы от пола. Выполните 30 повторений. Четвертое упражнение. Кладем руки на ноги и поочередно тянемся плечами в середину. Делаем 30 повторений. Пятое упражнение. Боковые наклоны. Правую руку кладем на левое бедро. Левой рукой через верх тянемся к правой ноге. Стремимся уложить левое плечо на пол перед ногой и пробуем развернуть грудь в потолок. Задерживаемся в этом положении на минуту. Повторите все на левую сторону. Ну а теперь будем ложиться в складку.
Вытягиваем руки и тянемся вперед. Складка считается выполненной, если удалось положить на пол живот. Усложнить упражнение можно, поставив стопы на возвышенность. Если вы будете делать эти упражнения регулярно, у вас будет обязательно отличная складка, и все элементы на пилоне, где оно задействовано, у вас обязательно получится. Если остались вопросы, обязательно напишите в комментариях. Не забудьте подписаться на наш канал, этому видео поставить большой палец вверх. И не забудьте посмотреть другие наши видео, их уже достаточно много на канале. С вами была Маша и студия танцев на пилоне Let's Fly. Ну а пока, прощаюсь. Пока-пока.